Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хотя сегодня 11 августа всего лишь, но именно сегодня я хочу с вами поговорить о посевах лука. Особенно это видео будет полезно тем, кто впервые будет садить лук в этом году или в будущем, или кто еще не определился с методами посева, посадки лука. Почему говорю именно сейчас? Потому что я хочу рассказать вам о преимуществах посева лука под зиму, именно не весной, а зимой. Потому что я сажу лук под зиму почти всегда. Вот в этом году один раз посадила весной. И еще раз убедилась, что нужно все-таки садить осенью под зиму. Сейчас я расскажу, в чем я вижу преимущество таких посадок. И я еще раз повторяю, что я не говорю вам категорично садить только осенью, только под зиму. Но попробовать хотя бы один раз подзимний посев лука должен каждый огородник, особенно начинающий. Пока вы не попробуете, пока вы не сравните, вы никак не можете сказать, какой способ вам лучше подходит, какой хуже. Я вот испробовала оба способа и убедилась, что для меня больше подходит посев осенью. Я когда была молодая, я садила весной, несколько лет садила, там даже лет 10, по-моему. Ну, и я даже не знала, что можно под зиму. Потом я прочитала, начиталась, попробовала. И вот уже все последующие около 20 лет я сажу лук под зиму. В прошлом году запоздала с семенами. Там у нас получилось вот это вот аврал у меня. И я отложила на весну, нынче посеяла весной. Но разочаровалась и снова в этом году буду сеять, садить свой лук обязательно осенью. Сейчас я все подробно расскажу, почему я сажу, какие результаты получаю. Кстати, вот сейчас вернусь на минутку. Кстати, вот это посевы прошлогодние мои под зиму. Вы видите, что лук не вымерзает, не выпадает. Было 3 грядки. Я уже говорила, что я что-то много насадила, потому что покупаешь мелкий вот этот севок. Я не думала, что получится так много. 3 грядки мы даже съесть не успели. 4 мешка, по-моему, что ли, я накапывала. Теперь буду садить поменьше. Вот смотрите, если мы садим лук весной, мы или свои семена, или магазинные. Но все знают, что свои семена, они очень плохо хранятся до весны. Они высыхают, они вырастают. Вот видите, вот весенние мои. Это я покупала в магазине. И при сортировке мы много семенного материала отбрасываем, откидываем. Он уходит в негодность. Он уходит в негодность, когда мы покупаем весной, это когда свои откидываем, жалко. А когда мы покупаем весной, мы стараемся, конечно, выбрать лучший. Но все равно. Во-первых, вот я купила вот этот вот весной материал. Много пророщенных вот этих, их тоже не рекомендуется, их уже как на перо. Много проросших, некоторые попадаются такие уже мягкие, как, может быть, хранили их неправильно. И еще один нюанс. Весной мы всегда высаживаем крупную головку севок, ну такой стандартный, 2,5-3 мм. И он в килограмме их очень мало. Если особенно крупный такой отборный, в килограмме там даже на одну грядку не хватает, на 2 метра, по-моему, хватает. А когда мы покупаем осенью, мы сеем маленькие-маленькие вот эти головочки, сантиметр, 1,5 сантиметра. В килограмме их огромное количество. Они дешевле стоят и стоимость килограмма, и их там больше намного. Поэтому его покупать выгоднее с материальной точки зрения. Вот с такого с килограмма можно посадить целую огромную грядку. Вот это вот первый плюс, который будет ощутим для, например, для неработающих мамочек молодых, для пенсионеров, для тех, кто ценит, вот считает каждую копейку, экономически выгоднее купить осенью материал и посадить осенью. Но вот это мои весенние фотографии, где я сортировала, потому что сейчас вот как раз про размер севка. Вот весной мы берем вот такой крупный севок, а осенью, ну мелкого у меня нету. Вот видите, вот я откинула все это весной ненужные. Дальше идем насчет предпосевной обработки. Я вот нынче весной показывала все способы, что весной мы обрабатываем. Мы в марганцовке обрабатываем, кто-то марганцовкой. Я вот показывала, сама нынче обрабатывала. Обрабатываем и в соляном растворе, и в дегте.
все различные способы обработок. Осенью этого делать ничего не нужно. Никаких обработок от дезинфицирующих, потому что мороз, он все, вот эта низкая температура, он все убьет. Вот я показываю, какие мы севки весной садим, вот 2 мм, от 2 до 3 они идут. А осенью, вот видите, вот сантиметр, вот такой будет, в два раза меньше севочек, он даже если круглый или, ну, короче, он очень-очень маленький. Те, которые они до весны не долежат. Они у вас обязательно, если у вас свои семена, вы выращиваете, если свой, они обязательно засохнут, и вы их все равно выкинете. Дальше. Так вот, про материальную сторону. А, обязательно хочу вам рассказать про экономию времени. Весной у нас горячая пора, нам некогда, вот как, нужно садить и морковку, и свеклу, и рассаду, и огурцы, и все копать. И лук, во-первых, подготовка грядки, вот эта сортировка, обработка предпосевная, она отнимает очень много времени. Посадив осенью, когда более спокойный период, мы вот садим конец сентября до середины октября, в это время уже и огород убран, уже все переработано, и более-менее спокойная такая пора. И вот в это время, если вы посадите свой лук, то весной вы освободите очень много своего времени, и весной у вас не будет вот этой запарки, нервотрепки, когда, что... И еще немаловажный момент, хочу обратить внимание новичков. Некоторым очень сложно, а для новеньких это вообще проблема, высчитать оптимальные сроки посадки лука. Ведь мы знаем, что его нужно садить рано во влажную землю, иначе он в сухой земле, он не будет хорошей головки, не завяжется. Но чтобы не было холодно, чтобы его не убил мороз. И это очень сложно. Вот люди ждут, ждут, вроде холодно, холодно, холодно. А когда зима ранняя, потом раз, резко смена погоды, жара, и уже садят в горячую, теплую землю, он это тоже не любит. Если земля сухая, ему не хватает вот этой влаги, корешков-то еще нет, они не углубились туда. И нужен полив ежедневный, ежедневный, чтобы почва всегда была влажна, иначе вот на первых днях, на первых неделях жизни, если не будет хватать влаги, то качественного лука вы не получите. А осенью, вот если мы садим осенью, он уже успевает осенью пустить корни. Весной, когда приходит тепло, и если даже наступает сразу резко жара, у него корневая система-то уже глубоко внутрь туда проникла, и даже если вы приезжаете раз в неделю, это вот очень особенно для тех, удобно особенно для тех, кто бывает редко раз в неделю. Вы если лук посадите весной, вам нужно за ним следить первое время, обязательный полив. Без полива никакого лука не будет на ранних сроках полив. А подзимый лук, он может первое время, даже в течение месяца его можно не поливать. Во-первых, он сидит там, во влажной земле, а во-вторых, он же еще пустил корни еще туда глубже, и там земля не просыхает. Даже когда в мае у нас плюс 25 было, плюс 28, он перо наращивает очень быстро, потому что у него уже глубоко корневая система. Вот это очень большое преимущество осенней посадки перед весенней. У некоторых лук просто засыхает, ему не хватает влаги, и потом люди жалуются. А почему у нас не бывает таких головок крупных, вот как у вас, вы показываете такой крупный лук? Просто потому, что он с осени уже укрепился в земле, корневую систему уже развил достаточно сильную, и весной он делает резкий рывок. Пока вы посадили свой весенний лук, осенний он уже перо 5-10 сантиметров нарастил. А потом уже хоть весенние заморозки, у меня и снегом прикрывало, вот весенние посадки, перышки торчат, ему потом уже ничего не страшно, ни перо не боится мороза, не боится луковица, которая укоренившаяся в земле, она не боится никаких заморозков. Был мороз до минус 7. Так, про сроки я сказала, так, экономический плюс, потом про сроки. А, ну и дело в том, что хочу предупредить сразу, вот плюсов много. Потом еще сейчас скажу про вредителей, про то, что он сильнее. Но хочу предупредить сразу, если вы новички, если вы ни разу под зиму не садили, узнайте у своих соседей или у более опытных огородников, какой срок посева в вашем регионе. Потому что сроки посева у всех разные, и точные сроки я вам сказать не могу. Я живу в Сибирском регионе, в Алтайском крае, и у нас срок посева тоже расплывчатый. С конца сентября до середины октября. Даже в одном регионе из года в год срок может меняться в зависимости от
погодных условиях. Иногда бывает, знаете, как зима приходит рано, иногда осень очень долго длится, теплая. Самое главное условие, которое вы должны выдержать, не надо садить рано лук, чтобы перо не успело вылезти наружу. И не надо садить поздно, нельзя садить поздно, нужно, чтобы успели корни определиться. Обычно за неделю, за две до понижения температуры, до заморозков высаживаем. Нужно подобрать вот так срок, посмотреть по температуре, чтобы вы его посадили, чтобы он успел дать корешки, это неделю от силы, 10 дней, и все. А потом уже может ударить мороз, ничего ему не будет. Плохо, если вы запоздаете, если вы только посадите, и на следующий день или через 2 дня будет мороз, когда луковица беззащитная, не укоренившаяся. Тогда могут некоторые луковицы вымерзнуть. Но опять же, вот эта мелочь, маленькие-маленькие луковки, они не замерзнут, во-первых. А во-вторых, даже если какие-то они замерзнут, вы весной уже увидите вашу всхожесть, где вот, например, выпало несколько луковиц, вы можете подсадить, потому что они уже в то время, когда посадка лука начинается в вашем регионе, в то время уже покажутся у вас зеленые перышки, и будет явно видно, перезимовал он у вас или нет, как он пережил эту зиму. Еще один плюс, который я забыла сказать, это про вредители и про болезни. Обычно лук, который посажен под зиму, осенью, он очень выносливый. Во-первых, он закаленный, он зиму, ну представьте, зиму жилая луковица лежит там при минус 20, вот у нас минус 25, минус 30 градусов на улице. Она до того закаленная, что она почти не подвержена никаким заболеваниям, вот эти всякие грибковые, что луковица очень сильная, она очень быстро наращивает вот эту зеленую массу. И вот эти вредители, для вредителей она тоже менее привлекательна, потому что очень много весенних посевов лука, вот которые только-только перышки влазят, они молодые, такие нежные, сочные, вкусные. А наша вот эта подзимая луковица, она к этому времени, пока вредители появятся, она уже будет такая перо немножко огрубевшая и уже, ну вот как я выразилась, именно вот так, что она менее привлекательна вот для тех, кто прокусывает вот эти перышки, кто туда залазит. И по моим наблюдениям, такой лук под зимой, он очень редко болеет. Ну, конечно, обрабатывать от вредителей нужно, если там увидите какие-то вот полоски, этот скрытнохоботник обычно, все-таки не буду говорить, что совсем никто не появляется, появляется, но обработаете. Вот все, я не буду задерживать ваше время. Все, что я хотела сказать, сейчас еще месяц до... Ой, это уже картошка, извиняюсь. Сейчас еще месяц до... Посад, ну, до продажи, вот сейчас начнется в сентябре продажа этих семян. Сходите в садовый магазин, вы сразу ощутите разницу, увидите, сколько стоит вот этот крупный сивок. Его не надо брать под зиму, нельзя, он не перезимовывает, он почему-то замерзает. И сколько стоит мелкий сивок. Вот я беру килограмм полтора, мне хватает для нашей семьи из 4 человек выращенного лука на весь год. Посадите для пробы, если вы боитесь, например, полностью все посадки делать под зиму, посадите одну грядку под зиму, одну весной, и у вас сразу будет все доказательство, все преимущества под зимой посадки, вот это, налицо. Попробуйте, я сажу под зиму много-много лет, я довольна, луковицы вырастают. Вот из этих крошечных, казалось бы, возьмешь там несколько граммов всего луковица, такая вырастает большая головка, хорошая. Я садила и кармен красный, и вот этот штандартер, ну, вот этот вот на букву «Ш», и этот лук, и всякий. Все, вот все преимущества я вам рассказала. Дешевле семена, весной не надо тратить времени на посев. Очень здоровая, невосприимчивая к заболеваниям луковица. Дает очень хороший урожай. Обычно урожай под зиму даже больше, чем вот весенний. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Я рассказала вам, особенно новеньким, про преимущества подзимнего посева лука. Обдумывайте, время еще есть. Все, пока.